Здесь уже есть такие вагонки, уже люди, и все приемы всем показывают, что... И вот, вы слышите, в данный момент работает град по нам. Вы все слышали, все видели? Вот осколки по нам летят, смотрите, аккуратно голову берегите. Вот он. Ага, горячий заказа. Вот осколки. А я сейчас смотрю куда-то. Это что, блин? Да, 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 вот это шоу. Ваш руку сделать. Да, осколки. Снимайте, смотрите. Мы не лжем. Как я вчера, в интернете прочитал одну статью. И даже фотография, как они контролируют аэропорт, показывают новый терминал, в котором все стекла стоят, все стоит. Вы в данный момент видели, какой он вид имеет, и после чего это все имеет. Так что люди, которые, если, например, если мы контролируем аэропорт, мы по нему не работаем. Артиллерия ничем. Потому что есть приказ министра обороны на прекращение огня. Мы его прекратили. И не работаем по своей территории. Была бы на их территории, они бы ее так обрабатывали. Вы сами реально видите, что происходит в данный момент. И это уже продолжается с 5 утра. Они вчера ночью со стороны Песков, прикрываясь танками, вывезли своих тяжело раненых, которые там плакали, рыдали, кричали им такие: «Мы вернемся, мы вернемся!» Ну, посмотрим, кто из них доживет, потому что вернемся сюда.